Меня зовут Владимир Лебедев. Это видео для тех, кто сомневается в получении СЕ, то есть свободной энергии, или хотя бы хочет сделать первые шаги в этом направлении. А также, может, для тех, кто знает, что его обманывают, но не знает где. Ну и просто посмотрим, что вы в отзывах понапишете. Итак, мы имеем источник постоянного тока и напряжения с индикаторами тока и напряжения, фильтр достаточно такой мощный, состоящий из дросселей и двух конденсаторов, и наше устройство, которое, в общем, никакой секрет не представляет, я его потом там покажу. Просто генератор для начала. Так, генератор у нас выпрямляется напряжение с помощью сборки диодов, 30 диодов на общее рабочее напряжение 6 кВт. И все это дело у нас идет на конденсатор. Конденсатор сборный тоже, емкостью общей 0,78 микрофарада, рабочим напряжением до 12 кВт. Все это дело у нас нагружено на резистор в 1 мегаом. Он же является делителем в системе измерения киловольт. То есть делитель состоит из двух резисторов. Один мегаом, другой здесь стоит 14 кОм, но вместе с прибором у него общее сопротивление здесь 10 кОм. То есть соотношение 1 к 100, показание прибора. Сам прибор вольтметр до 30 вольт. То есть 30 вольт, когда здесь он будет показывать, это означает 3 кВт. Достоверность этих показаний я попробую вам показать. Чуть меньше киловольта я дам и подключу цифровой потом мультиметр. Больше не могу, сгорит. Вот. Но во всяком случае сравним то, что как бы киловольтметр мой работает правильно. Так. Значит, имеем генератор, имеем контур воздушный, две катушки встречно направлены, внутри просто как бы катушка там витков 200, наверное, примерно. Все это дело параллельно катушке стоит резонансный конденсатор высоковольтный, высокочастотный, и он буквально там и тофарады, там где-то 20, может 50 прикушечек всего нашего сейчас настроено, он регулирован. Так, вот, значит. Итак, сейчас мы его включим, увидим, сколько эта штука потребляет. То есть здесь будет какой-то ток у нас показывать, здесь у нас будет какое-то напряжение. Мы это запишем в табличку. Вот, и посчитаем в это. Входную мощность. И посмотрим, что будет. Так. Значит, а суть простая совершенно. Мы имеем вот этот наш трансформатор. Выпрямитель вот диодный сборку. И вот система измерения и нагрузки. Здесь мы меряем напряжение, то есть это делитель и нагрузка одновременно. И в этой цепи мы меряем вот такой вот системой ток. Диоды высокочастотные, чтобы померить здесь ток. Это конденсатор фильтра и обыкновенный миллиамперный. Его мы тоже потом можем заменить на цифровой. Посмотрим, что как бы показания тех сильные изменения. Вот такая простейшая конструкция. То есть мы отсюда даем импульсы, раскачиваем контур. И тут просто выпрямляем и на конденсатор собираем. Смотрим, сколько напряжения на конденсаторе у нас. И смотрим, какой у нас ток здесь протекает, чтобы не поддерживать этот делитель в работе по состоянию, по напряжению потока. Итак, поехали.
Это? Вход. Вход. Ну где-то 3,50, вот 3,54, напишем 3,6. 3,6 ампера мы туда даем. 3,6 ампера. 21,5 вольта. 21,5 вольта. Выход у нас 27, то есть 2,7 киловольта, 2,7 киловольта. При токе прибор у нас стоит полная шкала 150 миллиампер. Здесь он показывает поверхность шкалы 16, 17, 18, 18, там ну, почти нет, ну ладно, 18. Итого напополам это делим 90 миллиампер. 90 миллиампер. Ну, я сейчас долго не буду, потому что диоды очень греются, там он уже 2,8 подкапывает. Ну, и так, скачок, конечно, чуть-чуть растет. Но посчитаем, друзья. Сейчас я посчитаю, это дело умножу просто на калькулятор. Итак. 3,6 ампера мы умножаем на 21,5 вольта. Равно 77,4 получилось у меня. 4 ватта мы потребляем. Интересно, сколько же мы выдаем? Для этого мы 2700 вольт умножаем на ток. 0,09, то есть 90 миллиампер. И получаем, о, это чудо, мы получаем 243 ватта. 243. Откуда? Вопрос. Вот такие нехитрые... Корявенькие заключения. Как бы. Попробуйте, скажите, если я неправильно что-то тут померил. Сейчас мы потестим всю эту нашу систему чуть-чуть, чтобы как бы видео не буду обрывать. Мы сейчас сделаем поменьше напряжения. Померяем, правильно ли показывает наш киловольтметр. Для этого вот сделаем, чтобы он показывает. Так, вот он сейчас показывает 800 вольт. 800 вольт сейчас конденсатора горят. Сейчас мы туда тыкнем, попробуем щупы. И увидим, зябнет у нас прибор измерительный или нет. Итак, оба, это чудо. Я надеюсь, там видно. Но прибор показывает 837 вольта. Цифровой. К сожалению, друзья, больше дать не могу, потому что умрет. Я уже один так нечаянно уговорился. Так, теперь еще.
для сомневающихся поток. Так, мы сюда выключим. Поставим обратно. Может, там кто-то скажет, что там амперметр, может, не той системы у тебя возьмем цифровой подключен амперметр. Или амперметр. Можем еще курить. Чтобы было видно. И мы подключаем цифровой нашему главному высокочастотному выпрямителю, который работает согласно совместно с мостом, который находится с мостом, с шунтом, который находится в приборе самом. Итак, ставим на 400 мА. Сейчас у нас это, друзья, будет все немножко под напряжением. Так, немножко прибор можно убрать. И включаем чип. И что мы видим? Сейчас мы опять подрегулируем два напряжения, которые у нас было, и только примерно того, что у нас было, где-то 3,6 ампера было. Сейчас мы подрежем вот здесь туда и посмотрим ток. Ну вот. Вот. 3, меньше даже. Меньше 3 и 5 ампера. 87 миллиампер показывает цифровой мультиметр. Сейчас я включу подсветку. К сожалению, не могу рискнуть. 89 миллиампер, там вот 90 миллиампер он даже показывает. Напряжение сейчас, там почти 2,8 киловольта. Чуть больше, чем 2,7, меньше, чем 2,8. Вот такие вот показания интересные. Ну вот на этом хочу закончить. Жду ваших отзывов и предложений. Что это означает у нас? Вход 77,4 ватта, выход 243 ватта. Как такое может быть?